Здравствуйте. Огромное спасибо вам, Олег Геннадьевич, за ваши лекции. Я их слушаю давно, и маленькая такая победа. Мой муж бросил курить. Это не маленькая, это нормальная победа. Хорошая работа. А сейчас я не знаю, что-то мешает мне молиться. Вас нет сил. О племяннике. Вас нет сил. А он молится очень усердно. Его мать, моя сестра, за него очень молится. Вас нет сил, у вас плохой период, связанный со здоровьем идет. Вам нужна природа. Сейчас нужно гулять на природе, зарядку делать. У вас идет плохой период, связанный с природой. Мозговое кровообращение страдает. Спазмы там в голове. Это Сатурн так действует. Это не от стресса. Я очень переживаю. Из-за него он в очень серьезной ситуации. Ваш кто? Мой сын? Племянник. И его мать, моя сестра, она может не, быть, да, не выдержала. Ситуация влияет на вас. Ну плюс еще у вас сейчас плохой период, связанный со здоровьем. Это тоже влияет. Но это просто забирает у вас силы. Но связанные с отношениями с людьми у вас нет плохого периода. Просто силы вот эта ситуация забирает. Я не смогу ему помочь. Почему не сможете? Мы можем помочь любому человеку всегда. Вопрос только количество сил, которые туда надо вложить. Не, у него очень тяжелый период сейчас, очень тяжелый. Не всегда человек может сам себе помочь. Иногда не хватает сил, опыта. Нужно больше молиться. Вам надо тоже за него молиться. Все подключайтесь. Что, у него с личной жизнью, да, проблемы? Нет, он обвинен. Это с личной жизнью. То есть это означает тюрьма, да? То есть это личная жизнь. Это называется лишение свободы. Это называется личная жизнь. Да. И он не совершал того, что в чем он обвинен. Совершал, но не в этой жизни. То есть ему карма пришла с прошлого 100%. Даже с позапрошлой жизни она пришла, не с прошлой даже. Никогда Бог зря не наказывает. Есть причины, которые мы не знаем. Еще женщина с вами продолжит. Вы все правильно говорите. Вы как бы все нормально сейчас делаете, все хорошо. Вот. Вы все правильно говорите. Но вы не знаете немножко того, что может быть. И поэтому я сейчас как бы на вас надавил, потому что у меня есть ощущение, что вы можете повлиять на эту ситуацию негативно. Именно вы. То есть можете не выдержать этой ситуации и начать ее не в ту сторону настраивать. Поэтому вы услышите мои слова, услышите их, и вам это поможет. Сейчас не надо против меня унтовать, думать, что я что-то недопонимаю. Иногда бывает так, что мы недооцениваем человека. Я вижу, что вы по-доброму ведете, все это я понимаю, то, что вы говорите, но я не об этом говорю. Я говорю о вашем чувстве в сердце, которое... То есть ситуация не достигла своего апогея еще. Она еще будет ухудшаться там. Не все пройдено еще. И вам надо выдержать ее, Если выдержите, вы ей поможете своей дочери. Она с вами сильно связана по жизни. А если не выдержите, то она может потерять семью. Ситуация непростая. С этой точки зрения, но зависит все от вашей дочери. Этот человек действительно духовно не развит. Его же можно развить со временем. А все мужчины, когда им не хватает энергии любви, они слабыми становятся. Все слабыми становятся. И сбить с толку мужчину очень легко. Девушка какая-нибудь улыбнулась, и все, и крыша съехала. Не надо поэтому эти точки зрения измены бывают разными, бывают осмысленные, осознанные. В этом случае этот человек, он
Просто ему не хватало любви, он поэтому так сделал. Это неосознанная измена. Тем более он как бы все понимает сам, вот он все осознает, все понимает. Поэтому надо сейчас ей как-то простить и пытаться делать так, чтобы ему хватало внимания, любви и забот. Вам тоже надо также настроиться по-доброму к этой ситуации. Хорошо? Что касается вас, то подключайтесь всей семьей, молитесь. Сейчас я посмотрю на ситуацию. Если вы будете активно молиться, то останется только 10% непреодолимой кармы. То есть 90%, что его не посадят, и только 10%, что могут посадить. А если и посадят, то на короткий срок, там, не больше года, допустим, там, или даже еще меньше. Поэтому не бойтесь, просто сражайтесь, включайте голос святого человека, молитесь. Я чувствую эту ситуацию сейчас его. Там не все такие дураки, что они не понимают, что он ничего не делал. Просто у них нет других, как бы, сейчас вариантов. Нету. А если помолиться, они появятся. Спасибо. Сражайтесь. Чтобы сражаться, вам нужны силы. Силы берутся от природы. У вас нет сил. Вы слабость испытываете сейчас. У вас нарушение мозгового кровообращения. Вам надо... Силы нужны сейчас. Силы. Они от движения на природе берутся, эти силы. Можете вставать возле елки, елка вам подходит. Спиной к елке встала, постояла, прогулялась возле елки, спиной постоялась, легче стало. Кровообращение восстановилось в голове. Иногда человеку нужна вера, поддержка просто какая-то. Взгляд со стороны. Она и так трудится, я вижу, поэтому я ее спросил, что я вижу, что трудится человек, старается, все нормально. Надо учиться молиться. Вы включаете голос, те, кто молится, вместе молитесь или сама молитесь? У меня, ну, вот, не знаю, не всегда получается молиться. Ну, да, я о святом думаю. Это хорошо, думать это хорошо, но это деятельность ума. Чтобы побеждать судьбу, надо не думать, а звуком повторять. Звук нужен. Ну, давайте с вами потренируемся. Слушайте те, кто молится, повторяйте. Ближе микрофончик. Я желаю всем счастья. Я... Вы себя слушайте, слушайте их. Я желаю всем счастья. 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 Молодец, классно. Все, вам легче стало сейчас чуть-чуть? Нет, я чувствую хорошо, все, мне нравится. Час в день вот так включайте молитву и вместе с ней повторяйте. Скажите, пожалуйста, а может быть есть смысл поехать в какое-то святое место? Например, у нас есть... Ну, поедете, вы что там вы будете делать? Да. Да, будет легче, сильнее будет действовать. Но если вы не будете молиться, просто там будете сидеть в этом святом месте. Знаете, если человек не хочет молиться или не может, вот, ну, не чувствует силу, можно поехать в святое место и просто там что-то делать для монахов и говорить, это для тебя. Можно так побеждать судьбу. Идите просто, что-то делайте для монахов, вы это для тебя, это тоже действует. Слабее, чем молитва, но действует. Если святому человеку кому-то поможете в чем-то сильном, то может даже сильнее, чем молитва, подействовать. Он благословение, если даст, скажет, спасибо тебе, я тебя благословляю. Тогда он свою молитву вам отдаст вместе с благословением. Вам надо молиться просто. Сейчас скажу. Час молитвы в день, 2 недели,
вот так слушайте, повторяйте, час в день, две недели. Практически шансов нет, что его посадят. Все. Вот столько надо работы на это затратить. Всего. Видите, у нас сердце ленивое, мы не хотим просто работать. Мы хотим переживать, тосковать. Вот сердце чувствует вашу тяжесть, объем работы. Я тоже его чувствую. Я помолился чуть-чуть, смотрю, поддается. Все, уходит ситуация. Чуть-чуть еще побольше помолиться, вообще и не останется ничего с ним. А вы не привыкли сердцем работать. Вы думаете плохо, все, поддаетесь этому, ломаетесь. Это называется нехватка веры. Сейчас, для того, чтобы вера сильнее была, сейчас песенку послушайте. Молитву. К Богу. Если мраком все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита, нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить, и огнем не выжечь память. Этот мир уже. Всюду смерть, и ты несчастье, но рассеивает страх. Тот, кто страху не подвластен, он идет перед тобой. Воин Бога, воин света, он вступает в смертный бой. Ибо знает, смерти нету, ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием, здесь ты нужен. Здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить любя, даже в этом вредном теле, побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели, если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою. Умеешь полюбить бескорыстною любовью. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить, и огнем не выжечь память. Не сдавайтесь, не сдавайся никогда. Вы сдались, вы сдались. Не сдавайтесь. Поймите, в чем сила заключается. Сила в звуке. Когда я слушаю тех, кто молится, звуком с ним, с ними соединяюсь, и начинаю просто повторять, как я могу. Некоторые говорят, а я не умею. Пробуйте, я вам показал, как. У каждого человека есть эта сила. Она просто в звуке. Вот человек никогда не ходил, допустим, он не знает, как ходить. Не знает, что он не умеет ходить. Пробуй, тебе показали. Сила победы над судьбой находится в звуке, который нацелен не на себя. Не надо вспоминать события. Вот вы молитесь, это событие не вспоминайте. Вспоминайте те, кто поет, голос, те, кто молится, думайте о Боге. А те, кто молится, вспоминайте алтарь, святыню, святого человека, как вы правильно сказали. Вспоминайте во время молитвы, не просто в памяти держите его. Потому что память связана с умом. Ум не побеждает судьбу. Судьба побеждает разум, наполненный силой, верой. Верой я вам веру передаю. У меня большой опыт. Я много раз вот такие вещи побеждал. Поэтому вы просто слушайте и делайте так, как вам говорят. И все, и у вас то же самое получится.